Всем привет, уважаемые комрады. Как вы видите, сегодня я буду сжигать волосы. Вот волосы по центру экрана. Я их во время бритья сбрил со своей бороды. Вот такие вот волосы. Сейчас я их буду сжигать. Так, сейчас выберу правильное увеличение. Вот такое, допустим. Вот такое. Вот так вот. И буду сейчас я их сжигать. Раз, два, три. Волосы горите. Как вы видите, волосы не горят. Совсем не горят. Сейчас пахнет жженой курицей. Сейчас попробую взять побольше спичек и подпалить их тремя спичками. Вот так вот. Как вы видите, волосы горят очень неохотно. Практически вообще не горят. Вот такие вот дела. Значит, миф о том, что можно сжечь волосы на голове, теперь полностью развеян. Если вам кто-то скажет, что я тебе сейчас зажигалку зажгу и спалю тебе все твои волосы на голове, вы этому не верьте. Они у вас даже не загорятся, эти волосы. Вот. Что и было мной продемонстрировано. Вот если вы не верите, вот я вам увеличу. Вот волосы. Вот они вообще не горят. Вообще не горят. От слова совсем. Вот сейчас еще раз попробую их подпалить. Вот видите? Совсем их невозможно подпалить. Не горят волосы. Так что очередной миф был мной развеян. Волосы у вас никто никогда не сожжет, потому что они не горят. Если их только бензином облить и поджечь. Но это тогда, если вас обольют бензином, вы и так сгорите. Но если вам угрожают поджечь волосы, еще раз, уже во второй раз вам говорю, что волосы вам никто не сможет поджечь. Они у вас просто не загорятся. Их даже сложнее поджечь, чем бумагу. Бумагу гораздо проще поджечь, чем волосы. А волосы никак вы не сможете поджечь ни спичкой, ни зажигалкой. Вот такие дела. Так, последнее увеличение. Вот видите, волосы даже не зажглись совсем. Хотя я потратил 6 или 5 спичек. 5 спичек потратил. И так они у меня не загорелись. Вот такие вот дела. Так. Видео свое заканчиваю. Ставьте лойсы, пальцы вверх, если мое видео вам понравилось. А на этом я заканчиваю. Всем счастливо, всем пока, дорогие комрады.